Итак, дорогие друзья, мы с вами, естественно, продолжаем играть в Payday 2. Вот эту можно миссию, в принципе, за 6 минут пройти. То есть, по стелсу ее можно пройти, ювелирку эту. Можно, можно, говорю вам. Крыс на оверкиле я проходил за 50 минут где-то. Где-то было 50 минут, то есть час. И то это с хорошей командой. Нас там просто джаггеры рвали на куски. Сразу вам говорю. Но как-то вот так вот. Надеюсь, все-таки добавят новые миссии, потому что как-то все-таки мало. И вот тут миссии как бы... Тут только одна миссия с душой, можно сказать. Давайте вот банк. Давайте на харде, в принципе. Я как-то на оверкиле не хочу, в принципе. Но как-то... Так, берем вот эту пушечку. Так, ну это пусть такая будет. Защиту покрепче. Так, окей, ладно. Скиллы можем, в принципе, искать, покачать тут какие-нибудь. Но я энфорсера пока что ли, возьму. Ну, чтоб были патроны, так сказать. Так. Так. Edit Game Settings. Давайте паблик сделаем. Просто миссию нам можно из... Конечно, с ребятками какими-нибудь пройти. Так, сейчас, что я хотел сделать-то? Скиллы. А, во, точно. Вот, патроны. Если вдруг кто нам никто не подсоединится. Так. Все готово, можно начинать. Так прилично, продумано, можно так сказать. Остальные как-то вот, ну, знаете, тяп-ляп, просто прошел и больше не хочет к ним возвращаться. Ну, за исключением Vlad for Stories, ну, где можно пофармить хорошо за 2 минуты или за 7. Ну, я, правда, за 11 минут, но я говорю, мы взламывали большой сейф, так что из-за этого все. Эту миссию можно, в принципе, пройти стелсом. Да, конечно, там надо кое-какие перки... скиллы, точнее, вот. Ну, давайте, в принципе, начинать. All right, let's do this. Так. В принципе, потихонечку можем начинать. Так, тут камеры, слава богу, нет. Потихонечку будем начинать. Эту миссию можно. Можно стелсом пройти. Я, правда, не проходил. Я видел там туториал в стиме. То есть парень там проходил, действительно. Прошел он там. Так, тут закрыта дверька. Можем открыть ее. А сзади из прохожих никто на нас не обратит внимания, на самом деле. То есть, я смотрел так, с друзьями там играл. Никто, на самом деле, сзади за нами не будет следить. Можете не беспокоиться. Конечно, тут самое главное это дрели. То есть, положить. Так, погнали. Так, отлично. Опа. Кто-то к нам подсоединяется, рок какой-то. Отлично, тебя тут, мой друг, только и не хватало. Так, один охранник. Ёкаломаны, рок, отойди, чувак. Ёкаломаны. Вот, он пока что отойдет. Так, видим одного охранничка, вот второй. И так, у этого карта будет. По-любому камера здесь будет, конечно, это я чую. В принципе, мы можем дождаться, когда один охранник, конечно, подойдет сюда, да? Но не факт, что это случится на самом деле. Вот видите, парень 9-го левела, он даже не знает, как на самом деле проходить. Хотя, ну, видите, он нам не мешает, по крайней мере. Хотя я уверен, что я не смогу пройти. Так, посмотрим, там камера есть. Это проблема. Тихо. В принципе... Можем уже идти даже. Invisible? Ну, конечно, чувак, Invisible. Так, вот так мы можем спокойненько пройти. Хокстону похрен, он сюда даже заходит. Спокойненько. Тихо. Ждем, когда чувак подойдет сюда поближе. Хокстон заходит, ну нормально. Это же нормально, вы чё?
Так. В принципе, мы... А, тут, к сожалению, все. Нельзя пройти стелсом, потому что, смотрите, в чем проблема. Там сейф находится именно здесь, где дрель, видите? Это же означает провал. Вот если бы здесь находилось все, то другое дело. Так, давайте-ка возьмем, что ли, дрель. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас. Так, охранник там насрать. Да Хокстона тоже. Плевать. Так, подождем. Охранничка, наверное. В принципе, можем уже сразу швырять туда сумку, но... Блин, камера, конечно, напрягает. Ждем, ждем, ждем. Да, ну и маска, конечно. Ужасно, ужасная маска. Так, ну, блин, как бы надо действовать, действовать. Ну, блин, сейчас он полюбасу что-нибудь сделает, этот друг наш. Так, один охранник. Еще какой-то парень подсоединяется, ну... Чем больше народа, тем веселее, можно сказать. Какого он левела? 10-го. Молодец. Вот видите, вот так что с какими-то там такими ребятами... Ну вот кто-то вызвал сигналку, хотя вот видите, никто не нажимал. Давайте пока начинаем. Мудак. Ложись, чувак. Мудак. Может быть, он действительно мудак. На самом деле это так и есть. Ну какого хрена нам, так можно сказать, испоганил всю малинку? Парень, пожалуйста, ложись. Все, можем посмотреть. Но это если стелсом, конечно. Вот так вот. В принципе, да, что ж такое-то? Почему тебя никто не убил? Странно. Вроде столько много человек. Вот это 28-го левел. Ну, хотя бы. Так, камеру мы разобьем. Хотя тут на самом деле эта роль не играет, как я понял. Не играют все-таки роли. Копов можем мочить. Налево-направо пока что. Дробовик даже отсюда берет. Да, ёлка ломаны. Так, кто-то там убегает. Стоять. Ладно. Похрен. Пока что можем заняться копами. Да, блин, парень, ты просто... Надаешь, а. Весь мой хлеб, можно сказать, отнимаешь. Ну, не хлеб, понятное дело. Противников. Так, связываем. Отлично. Сколько секунд? 208 секунд, ЙОКЛМН. Так, стоять. Да, так, а я вроде прокачал, кстати, перк, что с двух ударов он должен мочиться. Странно. То есть там у Госта и у Энфорсера можно так сделать. Да, Doom это вообще красавчик. Так, видим, что туда мы можем убегать. Видим фургон. Фургон, фургончик. Так, дрель, дрель, дрель. Перезагрузить надо нам. Что такое? Ты будешь делать, а? Так, патроны. Патроны, патроны. Патроны всегда нам пригодятся. Конечно, жалко, что тут за убийство людей, конечно, вычитаются деньги. Ну, то есть, был бы такой перк, знаете... Ой-ой-ой, ребята, 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 тихо. Правда, они нам, видите, мало что могут сделать. То есть мы с ними можем поразвлекаться вот так вот. Куда ты полез, родимый? Стоять! Блин, сейчас нашпигую твой С пулями. Свинцом, точнее. Видите, они даже нам ХП никак не снижают на харде. То есть хард любой нуб, на самом деле, может проходить. Я вот знаю то, что сначала я так сыковал. То есть я-то сразу сыковал, думал, ай, на харде я вообще никогда не пройду, всегда на нормале буду играть. Но на самом деле нет. Оказывается, это все легко. На оверкиле даже проходится. Стоять, тетка, куда ты уже пошла? Пожалуйста, стой. Так, ну сейчас полиция будет наконец-то действовать. Сейчас у них... О, видите, они уже начали действовать. Джаггеров тут, конечно, встретить это 10%, что возможности. На самом деле даже не встретим, потому что это хард. Только на оверкиле они, по идее, должны появиться. Так, сколько? 107 секунд. Да что ж такое-то?
долго-долго-долго как-то это все. Ладно, пока будем ломать камеры. Нет, ну, все-таки мне больше первая часть нравится на самом деле. То есть, как ни крути, но первая часть в миссиях была самый толк. Но это же еще все-таки бета. Надеюсь, что все-таки будет толк. Но куда вы залезаете, родимые, а? Ну не надо, не надо. Так, дрель у нас сломалась. А, нифига, он быстро как починил. А, он значит инженер, хотя... Хотя он как-то... Странно. Как-то он быстро ее починил. И вроде у него... А хотя он, может, так же прокачал один перк, как я вот сделал патроны. Вот эти, видите? Потому что без патронов тут как без рук, на самом деле. Эти все берут. А сам не хочет их делать. Хотя у него вот они есть. Так, спокойненько из дробовичка валим. Дробовик, это, конечно, жесть. Ух ты, еще один дробовик. Минус игры еще могу сказать, конечно, это я люблю. Странно, откуда у него это? Я вроде при предзаказе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вас на харде мочат. Это что ж вы позоритесь-то, ребят? Ну ладно. Конечно, вас подымем мы. Так. Этот того подымет. Так. Они, в принципе, с крыши должны действовать. Ой-ой-ой-ой-ой. С чем ты там бегаешь, чувак? По-моему, никого нет. Ребят, кого вы тут мочили? Свою тень, что ли, а? Ну-ка, давайте-ка. Так, сколько там осталось? Давайте посмотрим. О, 60 секунд, отлично. Хоть бы эта дрель больше не зависала бы. Там, кстати, может быть вторая решетка, так что расслабляться не стоит. Так. Расслабляться-то не стоит. Нет, все, на 50 секундах-то уже она не заглохнет. А вот вторая решеточка может быть. Так. Что-то вообще противников нет. Хочу кого-нибудь убить, а они все наружи. А, они пока не действуют, видите, там в правом углу нет такой надписи, что они начинают действовать. Так что все еще нормально пока что. Так, 20 секунд. О, ребятки! Наконец-то хоть кого-то я убил. Тихо. Как? Господи, он прикинулся растением. Я даже его не заметил. Из-за его сраного камуфляжа. Ублюдок. Так, все, 1 секунда. Пора делать деньги. Ну, точнее... О, нет. Ну, что ж такое-то? Вот видите, вторая решетка. Точнее, не делать деньги, а брать, забирать. Деньги. Мани. Так, убиваем всех. Кто есть? Куда ты побежал? Ну-ка, вниз. Щитовик. О, видите, мы с первого патрона, можно сказать, его убили. Тут нельзя стоять. Ну, понятное дело, что это дробь. С одного патрона-то, конечно, его никак мы не сможем убить. 150 секунд. Да что ж такое-то будешь делать-то? Да? Промахнулся. Еще раз промахнулся. Да что ж такое-то из дробовичка-то промахиваться. Так, отлично. Стоять. Даже вблизи с двух только берет. Офигеть. Ладно, давайте пока не будем тратить патроны на дробовик. Возьмем дробовик. Берем пока МП5. Да блин, никого нет, странно. Планки. Кстати, мы можем поискать планки. Так, он перезагрузит пока дрель. Наш напарничек, блин. Так, поищем пока что планки, чтоб нас... О, вот и планочки. Ой-ой-ой-ой, снайперок. Работает у нас тут. Закроем пока что вот это окно. Да, вот это. Тихо. Все, готово. Правда, на самом деле, на оверкиле их не остановят. Вот это вот фигня. Их спокойно можно выломать. И ломают их просто за 1 секунду. Эти вот стреляют пока что держатся. Но это хард.
Так, блин, деньги, деньги, деньги. Как даже мы... Ну, ёкал МНЕ. Мы уже 12 минут грабим. За эти 12 минут на оверкиле я бы уже взял бы 3 мешка бы и поднял бы уровень, как говорится. Так. Стоять. Тут, опа, никто не следит за ними. А, блин. Так, тихо. Так, о, деньги! Как я мог забыть-то про деньги? И тут еще деньги. Так, там еще должны быть деньги в одном месте. Так, вот они. По сути, они должны быть тут, но кто-то их уже слямзил. Они всегда тут, на самом деле. Так что запоминайте, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, больно. Правда, броня беленькая нас спасает. Ой, тихо, ребят. Как-то я сегодня мажу хорошо с гробовика. Да кьё каламэне. Эта дрель когда-нибудь уже нормально будет работать? Не, понятное дело, если вы инженер и вы начнете, ну то есть установите дрель, то она, ее шанс сломаться два раза равен 50%. Так что еще нормально. То есть берите инжа на самом деле, если вы хотите взламывать и вы действительно решитесь грабить банк. Так, никого пока нет. В принципе, засранцы могут сверху прийти, но пока никого нет. Так, все, наконец-то. Мани. Заходим. Странно, он как-то заорал. Мне аж показалось, что пора делать деньги. Да, блин, делать деньги. Почему я говорю делать деньги? Брать деньги. Так. Ну. 4 секунды. Черт, я богат. Как хорошо-то, да, мой друг? Все, берем деньги. Тут, правда, денег нет. Придется взламывать их, к сожалению. Это очень-очень нудный процесс, я бы сказал, на самом деле. Очень-очень нудный. Так что мы, естественно, взламывать не собираемся. Ну, взломаем, ладно, для приличия. 2 или 3 ячейки, а потом уж наши ребята будут мочить. Вот видите, ну что это такое? Какая-то книга, блин. Ну, кто? Ну, если... Кто ее вот сюда засунул? Если это так уж дорогая эта книга, ну, я не знаю. Дороже всего прям на свете. Так, ладно. Ладно. Сейчас мы взломаем. Хелп! Парень в беде, блин, какие-то документики нашел. Что ж такое-то? Help. А кто говорит help? Он здесь. Ну давайте, ладно, поможем. В принципе, ячейки я и не собирался ломать. Конечно, на оверкиле-то повеселей. Мы могли или умереть, или... Так, что-то там стоит щитовичок бедный. Так, ребят, вы пока ломайте. Видите? О, ну этого я, конечно, не ожидал. Так. Давайте его быстренько поднимем. Все, подняли мы. Так, мы спокойненько расправляемся с ними. Конечно, хэд проще всего стрелять. Ой-ой-ой, щитовичок. Да, блин, не смог я его уложить. Так, оп. Да, вдвоем, конечно, полегче. Не то, что с ботами будешь полдня это делать. Так. Это до сих пор наш... Ой, тейзеры. Вот это, конечно, уже большая такая проблемка, я бы сказал. Оп, тейзер. Тихо. Ну, я спокойненько их ложу, конечно. Так, ребята, вы как-то долго ломаете, однако. Мы так и не выдержим. Ну, ничего, они взломают. Я знаю, что вот этот парень точно взломает. Хотя он как-то долго ломает. Джаггер! По голове. Тихо. Еще не все потеряно, вот видите. Так что нормально еще все. В принципе, по идее, там еще один патрон. Слава богу, что у нас восполняется половина жизни. Вот если наверкили, то там только четверть. Куда ты, тейзер? Ой-ой-ой-ой-ой. Получай из дробовика, родимый.
А ты что думал, что у меня простая винтовка, что ли, а? Блин, гады, все патроны схавали мои. Так, ладно. Я не намерен тут сидеть и ждать. Я возьму все патроны. Так, ладно. Блин, у меня патронов просто не осталось. И у парня, видимо, тоже. Ну что ж такое-то, блин, МП-5. Я вот МП-5 брал из-за того, что у ней глушитель. Только из-за глушителя его, ее брал. А оказалось, это полное дерьмо. И так все слышат. Думал, по стелсу буду проходить. А хрен там. Так, ребят, вы что, уже намерены уходить, что ли? Один ящик и все? Эй, ребята, вы, наверное, шутите. Я буду рад, если это шутка, потому что... Черт возьми, на харде-то один ящик? Это же смешно. Хотя у нас патронов нет, и это на самом деле никак не смешно. Так, ну что вы думаете? Валим? Берем 13 тысяч и валим. Ладно, погнали отсюда. Хотя мы можем на самом деле больше утащить. Ну я уверен в этом, что мы можем больше утащить, но... Так, вот видите? Сейчас пока что... Так, я пока что ломаю. Парни меня, конечно... Один только парень меня пытается прикрыть. И то, возможно, сейчас... Нас положат. Все. Го. Ну, сейчас напишем, что он напишет нам. Ну, погнали, как скажешь. Гоним. Так, понятное дело, что го. Против Джаггера-то да. Лучше умотать, конечно. Блин. Он горой, можно сказать, защищает банк. Ребята, отходим. Ну, бульдозер его почему-то называют. А я почему-то люблю Джаггера его называть. В принципе, он бульдозер. Best аккуратен. Мы очень аккуратны, оказывается. В принципе, смотрим, сколько мы денег получили. Давайте посмотрим. Видите, наша команда жива, из-за этого нам дали хорошие деньги, в принципе. В принципе, мы столько много награбили, а на улучшение только 40 тысяч дают. Ну что это такое-то, а? Ребят, ну что вы гоните, что ли? Так, что же у нас будет тут? Так, оружие какое-то. Ну, точнее, модификация, видите? Монолит. Это, знаете, типа глушака, что ли, я бы сказал, на самом деле. Ну, как бы даже лучше, но я уже в эти бредни не верю. Уже не верю никак. В принципе, что хотел, я вам показал. Друзья, думаю, я еще пару роликов запилю, но, правда, уже в полноценной Payday 2. Покажу вам миссии, как прохожу и так далее. Ну, пока что на этом все. С вами был Зелел. До скорой встречи, дорогие друзья.